Сегодня я вам покажу такую лего-рогатку. Она хоть и достаточно прочненькая, но удобная. Хорошо лежит в руке. Такая вот здесь ручка. Она стреляет вот такими деталями. Натягиваешь и стреляешь. Сейчас я поставлю мишени и мы стреляем. Ой, забыла спросить. Вы как, хотите видео? Про, ну, в котором я буду рассказывать про Сергея и зачем он снимается в моих видео. Свой ответ напишите в комментариях под прошлым видео. То есть под этим вряд ли они будут включены. Я там уже задал вопрос, просто может кто-то не прочитал. Но кто смотрит это видео, пожалуйста, напишите. Ну а сейчас поставлю мишень и мы постреляем. Я поставлю мишень и мы сейчас постреляем. Я уже давно эту рогатку сделал. Я вот думал заснять про нее видео, но все никак до нее дело не доходило. Да я забывал что-то как-то. Кто заснимал про дробовик, кто про арбалет, то еще про что-нибудь. Кстати, вам понравились? Ну, вам понравился такой туториал про дробовик? Мне его легче снимать, поэтому я, скорее всего, такие туториалы буду снимать. Но если вам они не нравятся, то тоже напишите в прошлом видео комментарий. Ну, а мы сейчас как раз постреляем. Этой рогатки не будет. Если, конечно, вы хотите, то я сделаю. Вот такая рогатка у меня получилась. Достаточно удобная. Стреляет мощно. Ну и такая вот рогатка. И, кстати, она прям мелкая. Тут ручка кажется большой, но она и удобная, и легкая, и все такое. Я тоже придумал идею для следующего видео. Но мне кажется, следующее видео будет очень-очень скоро. Возможно, я не смогу это сделать, поэтому видео будет про то, что я захотел. Говорить вам не буду то, что я придумал. Ну а сейчас наше видео выходит к концу. Я всех хочу поблагодарить за просмотр. Всем удачи, хорошего дня.